Сегодня рано утром астрономы наблюдали парад планет. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна выстроились справа от восходящего Солнца. Мы сможем наблюдать близко к Солнцу, очень буквально уже в его восходящих лучах, Меркурий. Затем можно будет наблюдать такие планеты, как Марс и Юпитер, которые находятся в очень близком соединении друг к другу. И сам Марс, его некоторые, так сказать, оттенки и переливы, ну и облачный покров Юпитера. Ну, соответственно, будет уже у нас на крайнем западе находиться Сатурн. Меркурий, Марс, Сатурн и Юпитер можно было увидеть невооруженным глазом, а чтобы разглядеть Нептун и Уран, понадобился телескоп. Лучше всего его наблюдать в рассветных лучах Солнца, ну, минут за 15-20 до полного восхода Солнца, чтобы оно уже не засветило все небо, либо где-то за полчаса. И таким образом мы, соответственно, с востока на юг и на запад увидим все нами перечисленные планеты. Следующий парад планет будет 28 февраля 2025 года.